Всем привет, друзья, с вами Джокер. Итак, ребят, сегодня у нас на повестке дня зачарования доспехов Архангел. Рыжий до плюс 4. Посмотрим, сколько у нас камней уйдет, сколько осечек, сколько стали потратим. Сейчас все проверим. Сейчас у нас имеется 653 камня. В этом видео сделаем на плюс 4 наш Архангел. Поехали смотреть. Так, вот он у нас уже здесь имеется. Начинаем зачарование. 29 миллионов у нас есть стали. Посмотрим, сколько потом останется. Плюс 2. Плюс 4. Так. Отлично, спокойно переходим, без неудач. Идем дальше. И стали не особо много тратится. Три вещи на плюс 4. Все четко. Без неудач. Кто помнит, что на золото вообще очень часто у людей бывают неудачи. Прям вообще часто, ребят. Здесь мы, как видим, все идет спокойно. Ну и вот, на плюс 4. Без неудач. Все отлично у нас зашло. Остались у нас еще камни с вами. Смотрим, сколько у нас камней осталось. 293, ребят. Так, давайте посчитаем на плюс 6, сколько нам нужно еще. Если все будет удачно. Так. Смотрим. 30. Потом еще раз 30. Это на 60. 60 на 6. Это у нас получается 360 камней. 6,6, 36. Короче, не хватает нам, ребят, еще. В следующем ролике сделаем это на плюс 6 дело. Посмотрим проценты сейчас, но пока так оставим. В принципе, ребят, вообще реально без неудач. Все, золото часто неудачи бывают. Сейчас у меня остался Архангел заброшенный. X2. Возможно, у многих у вас есть такой. Вот, смотрите у меня. Вот, целый набор Архангела. Сейчас в атаку перейду, покажу вам. Вот. Плюс 2, видите, золотой. Я его никак не буду использовать, потому что все буду делать на режим. Ну, на этом все, друзья. Буду заканчивать ролик. Просто хотел вам показать, что вообще спокойно зачаровываться. Без неудач на плюс 4. И вообще по камням мы поставили очень дешево. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. С вами был Джокер. Пока.